В Дагестане ожидается сильная жара до 42 градусов. Об аномально высокой температуре предупреждает гидрометцентр региона. По данным ведомства, в полуденное время до 22 июля в республике столбик термометра поднимется по низменным районам до 42 градусов Цельсия, под предгорным районом до 40 градусов. В этой связи спасатели МЧС просят жителей воздержаться от длительного нахождения на улице.